Ребенок практически не умеет читать. С такой проблемой сегодня все чаще сталкиваются родители. По словам специалистов, во времена гаджетов дети действительно стремительно теряют интерес к книгам, а вместе с этим и навык к нормальному чтению. Последствия проблемы и методы ее решения обсудим прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Андрей Алексеев, инициатор и руководитель школы скорочтения и развития памяти по методике Шамиля Ахмадуллина. Здравствуйте. Добрый день. И Елена Викторовна Алексеева, координатор обучающих программ и педагог школы. Здравствуйте. Добрый день. Ну, мы озвучили проблему, которая действительно сегодня существует. Так вот, как часто родители с данной ситуацией к вам обращаются? Ведь на самом деле, казалось бы, ну, не умеет читать, научится. А ведь ребенок тем самым хуже воспринимает информацию в школе. Естественно, это сказывается на успеваемости и так далее, и так далее, и так далее. Расскажите, как часто вы сталкиваетесь как преподаватель с этой проблемой? Ну, в данный момент мы сталкиваемся с этим все чаще и чаще, когда к нам обращаются родители уже не просто дошкольников с этой проблемой, а приводят первоклассников, которые, в общем-то, не читают слитно. То есть, по сути, вообще практически не читают? Да. Можно сказать. Дети, закончившие первый класс, фактически по нормативам, должны читать уже где-то примерно не менее 40 слов в минуту, 45. Но это слитное чтение, а дети читают по слогам, в общем-то, и, как правило, до нормы не дотягивают. Наши родители приходят к нам с просьбой взять детей на курс скорочтения, но на курс скорочтения мы берем только тех детей, которые уже умеют читать слитно не менее 30 слов в минуту. Поэтому, естественно, такие дети... Ну, вернее, таким детям мы предлагаем курс «Техника чтения», где отрабатывается именно умение ребенка читать внятно, слитно, потому что также многие дети продолжают протягивать слова по слогам, то есть фактически сложные слова они читают по слогам. Вот, слитного чтения нет. И, соответственно, очень низкая скорость чтения. Отсюда неуспевание ребенком за классом, непонимание прочитанного текста, потому что пока ребенок складывает буквы в слоги, слоги в слова, проходит время, естественно, ребенок не успевает выполнять какие-то задания в классе учителя и, соответственно, не успевает за одноклассниками, которые делают это гораздо быстрее. То есть, чтобы перейти к методике скорочтения, необходимо все-таки сначала научить читать слитно ребенка. Без этого никак, да? Обязательно. Невозможно начать. Обязательно. Это вот мы все говорим, да, скорочтение, все мы так или иначе слышали этот термин, но далеко не все мы знаем, что есть определенные нюансы. Расскажите, что же это такое, нам интересны подробности. Скорочтение – это техника чтения, в первую очередь. То есть в своей школе мы помогаем детям, ну и взрослым в том числе, да, у нас есть взрослые группы, обрести навык скорочтения. По сути, вся наша жизнь, она состоит из навыков, да, навык там, не знаю, чистить зубы, навык причесываться. Это все на уровне инстинктов. Это как езда на велосипеде. Да, вы научились один раз, сели через 5 лет и снова поехали. Худо-бедно, но поехали. С чтением та же самая ситуация. Если вы один раз приобрели этот навык, закрепили его, то скорочтение остается с вами уже навсегда. Да? Ну, естественно, нужно читать. А проблема в чем? Я даже не готов сказать, что это проблема. Родители зачастую говорят, наши дети не читают. Нет, на самом деле дети все равно читают, так или иначе. И проблема гаджетов, она немножко преувеличена. Дети читают на компьютерах, на планшетах, на телефонах. Порой родители этого просто не видят или не знают. Да? Вопрос в том, что они читают. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, здесь тяжело проверить, как. Да, потому что дети там берут, собственно, ту информацию, которую они сами находят. Но есть еще задание на лето в школу, да, прочитать определенный объем литературы. Вот. И вот здесь уже возникает проблема не только даже чтения, но еще и запоминания. Вот. Угу. Как раз наша программа направлена на то, чтобы не только научить ребенка читать быстро, но при этом еще запоминать текст. Более того, насколько я знаю, получает ребенок более эффективно знания тем самым. Сокращается время выполнения домашнего задания. Как это происходит? Вообще, какие методики работы? Расскажите нам об этом. Ну, смотрите, если ребенок условно читает... Ну, давайте начнем с... Мне легче просто на взрослых, потому что я сам проходил этот курс вместе с обычной
с обычными людьми, которые пришли к нам на обучение со взрослой группой, средняя скорость чтения взрослого человека нормальная, да, это порядка 250-300 слов. Я всегда считал, что читаю очень быстро, научился читать очень рано и много читал. А когда я пришел на курсы, первый замер показал 270-280 слов в минуту. То есть, в принципе, в пределах обычного среднестатистического человека, выросшего на советской школьной программе, да, когда гаджетов не было. То есть мы читали книги. Вот. А по итогу курса моя личная скорость выросла до 470 слов. То есть ровно, ну, практически на 50%? Да, практически в два раза. Uh-huh. Ну, сейчас, там, последний раз я мерил, уже порядка там 550-560, то есть она продолжает набирать обороты, потому что читаешь, уже применяя методику, да, и ты начинаешь только совершенствоваться. Так вот, если это соотнести на детей, то здесь примерно такая же ситуация. Ребенку задали литературное чтение, да, если у него скорость 50 слов в минуту, соответственно, он потратит на какой-то текст, ну, условно, 10 минут. Да? Если он читает в два раза быстрее, то он потратит в два раза меньше времени. Вот. И еще раз делаю упор на то, что мы обязательно на детских программах по скорочтению уделяем внимание пониманию прочитанного. То есть дети отвечают на тестовые вопросы по текстам, которые они читают. Вот. Соответственно, в два раза меньше времени, если ребенок ускорился в два раза по скорости чтения, если у него при этом еще выросло понимание, то вот вам результат. Да? Тратили на уроке час, тратим полчаса. Вот. Это отзывы наших выпускников, наших родителей, которые говорят, что да, действительно, времени на уроки, на выполнение домашних заданий, оно сокращается. Потому что ребенок читает быстрее, запоминает лучше. Соответственно, прочитал, пересказал или решил. Да? Мы не делаем упор, что эти программы помогают в точных науках. Да? Там физика, химия, математика, алгебра, геометрия. Да, такого там прямой корреляции, конечно, нет, потому что здесь нужен больше не навык там, быстрого чтения, да, а полного понимания прочитанного. Вот. Ну, допустим, при чтении задачи, да, условия задачи. Вот. Но как раз то, что мы работаем на понимание текста, оно способствует и в этих дисциплинах лучшему пониманию и скорости выполнения в том числе. Также я читала, что и память, соответственно, развивается. Да. Да. Ну, здесь, наверное, больше Елена Викторовна расскажет о том, что входит в программы, да, потому что она, собственно, этим занимается. Да, ну, тем более, что у нас не просто сейчас, мы начинали вот в 15-м году, когда открылись чисто с курсов скорочтения и развития памяти. На сегодняшний день у нас уже 11 курсов, вот, и в том числе, как в курс скорочтения развития памяти входят такие навыки и упражнения на развитие памяти, так у нас есть отдельный курс развития памяти. Ну, немножечко по-другому, это уже курс рассчитан на мнемотехники, на эстетическое развитие памяти. А по скорочтению я что могу сказать? Здесь дети у нас развивают не только память, мы прокачиваем, как мы любим это говорить, но развивается логическое мышление, что, в общем-то, сейчас тоже является некоторым основанием для того, чтобы задуматься. Дети не умеют логически мыслить, ну, по крайней мере, делают это не так хорошо, потому что, хотя Андрей говорит, что гаджеты не совсем нам мешают, но, тем не менее, электронные все системы, то есть телефоны, интернет, они предлагают готовое решение. Когда слишком мы облегчили нам жизнь, да? Когда ребенок читает, ему надо подумать, ему надо связать какие-то события в логическую цепочку, то есть задействовать абстрактное мышление. В данном случае с гаджетами это не происходит. Вот. Поэтому помимо этого, еще что важно на скорочтении, то есть мы убираем те вещи, которые, в общем-то, мешают, и добавляем те поднавыки, которые помогают детям овладеть скоростью как скорочтения, запоминание и понимание прочитанного материала. Но первое, это что необходимо для скорочтения, это расширение периферийного зрения. Все мы знаем, что мы в среднем, если человек видит в тексте обычно два слова, то при окончании наших курсов мы можем, в принципе, читать по строчке. Но как минимум по полстроки. То есть мы обращаем взгляд
на полстроки, и потом переносим, фиксируем взгляд на вторую половинку строчки. За счет этого увеличивается скорость чтения. Быстрее, объемнее, да, воспринимается как да, информация? Да, естественно. Здесь нужно добавить, наверное, даже пояснить, может быть, да. там, телезрителям, то, что мы же читаем на самом деле не буквы и не слова. Да? То есть наш мозг воспринимает слово как некую картинку. Да, потому что мы мыслим мысли формами в виде картинок. Сразу же воображение да. включается. И, соответственно, когда дети привыкли к получению информации от, из видеороликов, да, то есть YouTube, не знаю, Instagram, мультфильмы, если обращали на это внимание, то старые мультфильмы дети смотрят не с таким удовольствием, не с таким интересом, как новые. Почему? Потому что раньше применялся одна скорость кадра, да, события менялись более медленно. Сейчас все информационные ролики, мультфильмы, кинематограф, они направлены на очень быструю смену кадра и вам дают готовые картинки, чтобы вы, чтобы мы могли осмыслить происходящее. Да, и вот эта быстрая смена кадра, это неплохо и нехорошо, ее можно использовать. Мы в своей школе это тоже используем, потому что занятия идут по презентациям, по слайдам. И, конечно же, этих слайдов очень много. То есть картинка тоже динамично меняется на экранах у детей, что сопоставимо с тем получением информации, к которому эти дети уже привыкли. Так вот, вернусь к мыслеобразам. Когда мы видим, когда если мы читаем предложение по словам, то каждое слово — это отдельная картинка. Ну, не знаю, представьте, там, мой любимый пример, кот пьет молоко, да, то есть прочитали слово кот, первая картинка кот, у каждого он будет свой, там, черный, рыжий, полосатый, еще какой-то, да, потом следующее мы слово читаем, пьет, то есть кот пьет, добавляется какой-то объект, мозг начинает искать картинку под слово пьет. Что он пьет? Из лужи, из миски. Вот это все происходит с очень большой скоростью, да, какие-то доли секунды, но тем не менее на это тратится время. И последнее слово – молоко. Да, то есть все понятно, теперь что он пьет молоко, да, наверное, из миски, да, ну, может, оно по полу разлито, но тем не менее сложился образ – кот, пьющий молоко. Вот, да, то есть прочитали «кот пьет молоко», но образ – кот, пьющий молоко. Да. И теперь ситуация, когда ребенок читает три слова одновременно. Читает не очень точный термин, потому что это больше, наверное, схоже с процессом фотографирования. Да? То есть ребенок фотографирует три слова, и у него появляется единовременно картинка «кот, пьющий молоко». Да? Не три картинки в ряд, которые потом складываются в одну, а целиком одна картинка. Вот за счет этого и происходит, во-первых, быстрота чтения, потому что три слова одновременно, фокусировка внимания. И одна картинка в уме уже готовая. Да? Потом вторая часть предложения, это вторая картинка. И вот из этих картинок и получается понимание текста. Ребенок тогда запоминает эти картинки. Да? И гораздо же легче запомнить все-таки одну картинку, которая родило сознание, когда мы прочли, да, чем три картинки, а потом конечно. Сложить их в одну. Вот за счет этого и получается понимание текста и скорость чтения. Я думаю, стоит здесь сразу же обратить внимание на то, что скорочтение – это не чтение вслух. Нет. Чтение про себя, потому что тоже немногие это знают. Да, многие очень родители нам задают этот вопрос, и когда мы объясняем, что скорочтение – это именно даже для младшего возраста, это группа младшая, группа 7-8 лет, что мы с четвертого занятия объясняем разницу между чтением вслух и чтением про себя, и дети уже начинают читать про себя. Многие родители это очень удивляют. Но, тем не менее, давайте просто-напросто представим, мы всегда задаем вопрос родителям. Попробуйте прочитать вслух и попробуйте прочитать про себя. Безусловно, это разные вещи. Конечно. Конечно. Когда у вас будет выше скорость и как вам будет это делать комфортнее? Родители задумываются над этим вопросом, естественно, соглашаются с нами. Дети это тоже очень хорошо понимают и воспринимают это. Почему еще? Потому что одним из мешающих факторов нам быстро читать является артикулирование во время чтения. Оно может быть как внешнее проявление артикулирования, дети просто даже проговаривают слова, так и внутренняя артикуляция. Даже я веду группу взрослых и спрашиваю взрослых наших учеников, замечайте за собой. И все говорят, что да, вы знаете, вот шевелим там губами, языком. Это очень мешает нам при скорочтении. То есть это тот тормоз, который не дает нам быстро читать. Далее еще следующий такой момент, который тоже нам мешает быстро читать, это возвратные
движение глаз. Когда мы читаем медленно и не понимаем прочитанного, не образуются смысловые связи, мы возвращаемся назад глазами. Это тоже сдерживающий фактор, который нам мешает двигаться вперед и который мы убираем на курсах скорочтения. Одновременно с этим у детей на наших курсах повышается, есть такие упражнения, которые мы повышаем, концентрацию внимания, что позволяет ребенку очень быстро сконцентрироваться на том, что он делает, то есть именно на чтении. Вот. Многие дети этого до курсов умеют делать, но у них не очень хорошо это получается. Ну, в принципе, вот есть такое упражнение. Мы сейчас проводили мероприятие, называлось «Умный сентябрь». И как раз я проводила конкурс уже со взрослыми. Сначала попробовали дети, а потом попробовали взрослые выполнить это упражнение. Оно у нас называется «Радуга», то есть написано разноцветными, разным цветом слова. То есть красный – синим, черный – зеленым и так далее. Нужно просто не читать написанное, а называть цвета. Очень немногие с этим справляются. И когда мы на последнем занятии приглашаем всегда родителей для того, чтобы они посмотрели, как, ну, чем, какие упражнения выполняют их дети на занятиях и с какой скоростью у них это получается, то есть даем сравнительные результаты, с чем пришел ребенок на курс и с чем он выходит с курса. И предлагаем родителям выполнять те же упражнения, но, естественно, ставим самую медленную скорость. Дети сидят и говорят, ну, скучно, давайте добавим. Не все родители справляются с этим, и они понимают, насколько это сложно оказывается, что не просто так это все выполняют их дети. Конечно. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, а уже после рекламы мы узнаем подробнее о методиках школы Шамиля Ахмадуллина. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о пользе скорочтения. Елена Викторовна, вот у меня возник такой вопрос. Безусловно, школа гарантирует результат, даже предлагает в случае чего вернуть деньги за обучение. Да? То есть действительно стопроцентная гарантия. Да. Но дети читают про себя. Как узнать, что у них действительно увеличилась скорость восприятия информации? Наверняка есть какие-то упражнения специальные. Расскажите, просто интересно очень. Ну, самое первое, что когда дети приходят на первое занятие, это тестирование. То есть тестирование мы проводим на первом занятии, на пятом занятии промежуточное тестирование и уже финальное тестирование на девятом занятии. Естественно, каждое занятие педагог делает замеры, когда дети читают. Эти замеры, в общем-то, они озвучиваются детям, и дети чувствуют сами результат своих усилий и своего чтения. За это они у нас получают медальки, такие поощрительные, вот, за которые потом, в общем-то, в принципе, по окончанию курса можно получить какой-нибудь приз. Но если в течение курса педагог отслеживает тенденцию к росту, и уже после второго занятия мы видим повышение скорости чтения у детей. Или же повышение понимания и запоминания прочитанного. Потому что, как уже сказал Андрей, то есть у нас курс называется не просто скорочтение, а развитие памяти. То есть наша цель не только повысить скорость чтения у ребенка, но и понимание, чтобы это понимание было 100%. В принципе, мы доводим детей до такого уровня. Вот. И все результаты, естественно, любой родитель может посмотреть, как ребенок читает, задать вопросы по тексту, и уже ребенок ответит, ответив полностью по всему тексту, будет понятно, что он весь текст прочитал. Если этого не происходит, то есть ребенок не отвечает полностью на все вопросы, соответственно, он что-то упустил. Да. Школа Шамиля Ахмадуллина. Да. Почему выбрали именно эту школу, эту методику? Расскажите нам об этом человеке, нам интересны все подробности. Ну, Шамиль Ахмадуллин основал эту школу в Казани. В дальнейшем проект показал там успешность, то есть были результаты хорошие у выпускников, и проект был упакован во франшизу. С этой методикой я познакомился, собственно, в интернете, наткнулся, почитал про самого Шамиля, прочитал его книгу, которая была уже на тот момент выпущена по скорочтению, вот, и увидел, что, ну, это, во-первых, может быть полезно, да, для меня в первую очередь.
для моих детей тоже в первую очередь. Ну и потом, ознакомившись уже с предложением открытия школы во Владивостоке, мы познакомились, связались, пообщались. Я посмотрел программы, посмотрел презентации, посмотрел организационные моменты, как это будет происходить. Ну и приняли решение открывать здесь, во Владивостоке. То есть все понятно, методика хорошая, методика работает, на себе испытана, соответственно, да, вы решили абсолютно помочь и другим с этим. Методика одна, общая на всех, на взрослых, на детей, или же она как-то разнится по возрасту? Расскажите об этом. Нет, методика, естественно, не одна, концепция, конечно, одна, но, тем не менее, она делится на возрастные группы. То есть это младшая, средняя, старшая группа и взрослые группы. Вот. Для каждой группы, в принципе, сама методика скорочтения, она одна. Это именно методика Шамиля. Мы читаем не просто так, а мы читаем под метроном, что многих очень приводит, ну, скажем так, ну, я даже не знаю, как это сказать. Они считают, что это мешает, так невозможно этому научиться. Но со временем, то есть даже маленькие дети этому учатся, и родители понимают, подтягиваются вслед за ними. Они тоже пробуют это делать. Тоже хотят так быстро, да, воспринимать информацию. Тоже хотят, потому что в конечном итоге, когда дети проходят курс, они начинают читать где-то даже быстрее иногда, чем родители. К слову о скорости восприятия информации. Сегодня мы все стараемся побыстрее все сделать, да? Жизнь заставляет так жить современного человека. Как долго длится курс занятий? Курс занятий у нас состоит из 10 занятий, что приводит некоторых тоже такое легкое недоумение, как можно за 10 занятий научиться этим навыкам. Летом мы даже проводили для детей экстерны курсы, то есть дети у нас обычно занимаются с перерывом 2 раза в неделю занятия проходят. Но летом, ввиду того, что у нас было очень много иногородних детей, мы проводили курсы, занятия ежедневные. И, ну, могу очень с большим таким удовольствием сказать, что дали очень хорошие результаты. И мальчики у нас при скорости 102 слова начальные, закончил курс 481 слово. Это очень хороший результат, мне кажется. Я хочу добавить, что мы не стремимся получать деньги с родителей на протяжении долгого периода. У нас есть определенная методика, у нее есть определенный срок. Естественно, у нас есть обязательные домашние задания, без выполнения которых ребенок не достигнет результата. Да? И вот эта наша 100% гарантия результата, она работает в обе стороны. Ну, то есть как родители, которые вдруг не увидели результат, могут отказаться, и мы вернем полную стоимость обучения. Точно так же мы можем убрать ребенка из группы, если он не занимается дома, не выполняет задания. Да? А 10 занятий, они вполне достаточное время для того, чтобы передать ребенку тот базовый набор упражнений, который необходимо просто закреплять. И поэтому дальше дети могут обучаться самостоятельно и просто закреплять приобретенные навыки у нас. Наша задача – обучить и показать, как правильно это делать. Поэтому 10 занятий, а не год, как бывает в некоторых школах. Понятно, что чем раньше, тем лучше, но с какого возраста рекомендуется в идеале начать курс по скорочтению? Ну, в основном, как мы уже сказали, это те возрастных ограничений у нас нет. У нас есть ограничения, когда дети начинают читать слитно и с определенной скоростью, как я уже сказала, не менее 30 слов в минуту. Для детей более младшего возраста мы предлагаем курсы обучения чтению словами, то есть мы их учим буквы, это детки с 4-5 лет. Такой подготовительный курс, подготовительный, да, курс, то есть дети обучаются полностью всем буквам, они уже умеют складывать после окончания этого курса буквы в слоги и уже читать короткие предложения. То есть это тоже 12 занятий, здесь немножечко как бы побольше. Вот. Далее, те дети, которые уже подготовительные школы, к школе у нас есть курс чтения от слогов к словам, то есть те дети, которые уже умеют, знают буквы, умеют читать по слогам, они учатся читать слитно. И тем самым, приходя в школу, этот ребенок уже читает слитно. Хотим тоже еще так озвучить. Последний наш курс – это таблица умножения за 5 дней. Угу.
тоже. Математика тоже имеет место быть. Да, будет в скором времени еще планируется запустить курс не ментальная арифметика, это быстрый счет в уме, но пока у нас очень хорошо, успешно отработан был курс вот летом, перед тем, как родители все вспомнили первоклассников и второклассников, что надо к школе подготовить, выучить таблицу умножения. То есть мы успешно прошли этот курс таблицы умножения за 5 дней, что было тоже, казалось родителям, нереальным, но мы доказали обратное. И дети занимались с удовольствием, потому что все наши занятия проходят в игровой форме. Дети очень увлечены. Время занятия час. Этот час пролетает незаметно. И когда время занятия подходит к окончанию, дети говорят, что уже все, а мы хотели бы продолжить. Поэтому... Так вот, куда прийти на занятия в школу Шамиля Ахмадуллина? Расскажите, как вас найти, куда можно обратиться? Мы находимся по адресу Светланская, 85. Для того, чтобы попасть на наши программы, нужно обязательно пройти тестирование. Оно совершенно бесплатно. Педагог даст обратную связь по результатам тестирования. Собственно, записаться можно по довольно простому телефону, а просто запомнить 280-81-80. Приходите. Да, ну и также к нам еще можно попасть на открытые мастер-классы, которые мы периодически проводим, и как бы в течение получаса пройти короткий мастер-класс по курсу скорочтения, памяти, и посмотреть, что это такое, а потом уже определиться. Ну и напоминаем, что не обязательно только дети, мы взрослые могут это сделать. Да. Лишним такие знания в любом случае не будут. Ну, обо всех наших анонсах и полезные материалы можно подчеркнуть на нашем аккаунте в Instagram «Школа скорочтения во Владивостоке». В поисковике набирайте, подписывайтесь, читайте. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.